Я хочу вам сказать, что до этой конференции, когда ехала, да, у меня постоянно вот здесь вот болело, какой-то комок сидел. И повернусь на эту сторону, не могу спать. На эту тоже как-то, он мне мешал, понимаете? Когда первый день за меня помолились вот эти сестренки, слава Богу, Иисусу, и мне прошло. И мне еще болел локоть, кость. Вот и тоже она перестала болеть. Не болит. И еще вот это плечо, я тоже не могла долго лежать на этом плече, но слава Богу, Бог исцелил. Спасибо.